В этом году Невское проектно-конструкторское бюро представляет на военно-морском салоне два больших десантных корабля. Большие десантные корабли мы готовы представлять как военно-морскому флоту, так и инозаказчикам. Ну а проект «Ламантин» — это развитие авианосного направления, которым Невское бюро традиционно занимается. Но тут применены отработанные технические решения, новые системы автоматики, новые системы радиоэлектронного вооружения, традиционно трамплинно-катапультный старт летательных аппаратов, количество летательных аппаратов до 80 штук, водоизмещение порядка 80 тысяч тонн. То есть мы не останавливаем наша работа, постоянно Невское бюро занимается проработкой различных вариантов, различных компоновок, различных схем применения, различных средств авиационно-технического комплекса корабля. И, в принципе, готовы в любой момент приступить к разработке более подробно, более детально, к рабочему проектированию.